Так, Харьков, 7 августа, 17 год, 21:30 по Киеву. 11 минут назад было максимальное полнолуние, максимальная освещенность Луны. 10 минут назад был максимум частичного лунного затмения. 25% Луны попадало в тень Земли. Не хочет. Вот она. Тень Земли. Уже сползает. Фотоаппарат на треноге, то есть движение Луны. Это скорость движения Луны вокруг Земли. По-моему, можно заметить даже не только как Луна движется относительно Земли, но и как тень Земли сползает с Луны. Летучая мышка себя запечатлела. Совпало и полнолуние. И лунное затмение. С разницей в 10 минут максимум лунного. Максимум полнолуния и максимум лунного затмения. Смотри, ну 200-кратное увеличение. Малейшее движение. Даже колебания ветра. И получается нехорошо. Такая консоль еще. Прям летит Луна, мчится.
прекрасно. Налетали облачка, но в нужный момент их нет. Да, заметно сместилась уже тень. Была в подбрюшье луны в южной части, и теперь явно вправо ушла. Да. Еще раз спасибо современной технике. На расстоянии 356 000 километров позволяет делать такие съемки. Японские инженеры просто красавцы. Крат оптики, 200 цифра увеличения. Давай уже, вылезай полностью, да пора к работе возвращаться. Следующее затмение лунное в январе 18-го. Снимать будет, конечно, не так комфортно. Ползет красавица. Ну все, вынужден возвращаться к конвейеру. Итак, ребята, там меня уже поминают не злым тихим словом наверняка. Августа 2017 года, 21:40 по Киеву, Харькова. Невозможно оторваться.